Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас роллинг под Колю. Ник. Не тупим, не тупим. Вот такой вот ник. Владельца зовут Марат. Попросил паролить ему под Колю. Все дела. Находится в гильдии Папаши. Босс 5 20.00. Босс 3 21.00. Забагаж, пропуск кик. Атака фортов 20.00. Группа ВК плюс беседка. Удачи, МДН. Спасибо. Спасибо, спасибо. Поехали, посмотрим на аккаунт. 318 тысяч силы. Донатный. Минотавр есть. Отлично. Так. Смотрим, что по героям надо. Так, Некрос, понятно. Мы его не выбьем. А тут, в принципе, все есть. Махатмы нету, капитана Рогатки и Бугимена, скорее всего. Так, ну окей. Вольт есть. Отлично. Минимум доната, в принципе, неплохо. Буги не наблюдаем. Минотавра только качает. Ну, видимо, где-то только начал. Надо начивать. Минотавр еще не вкачанный. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали посмотрим, чего было. На складе еще заберем самики. Десять наумника. Ну, три Анубиса имеет в запасе с таким донатом, в принципе, неплохо. Ну вот, сумочки Огнекрыла собирает. Че по осколкам. Ворожей, Рино, Рунин. Ну, осколков тоже, я вам скажу, хватает. Ну, 67 осколков Огника уже есть. В принципе, неплохо. С таким донатом, честно скажу, это очень-очень даже отлично. Не знаю, там новенький аккаунт или нет. Но поехали. Поехали, будем начинать ролить. Так, такой вот коллекционер у вас. Я уже его показывал на других роллингах вам. Малыш Ник. Сразу же дают скин. Эмблемки интересные у меня. Гнев выпал. Ну, самое основное, это собрать 15 слизней. Все остальное, честно говоря, не очень. Бывали и получше коллекционеры. Ну, окей, поехали. Сразу же нападает душек. Душек — это хорошо. Ну, а вот дальше просто печалька, ребят. Так, один студенистый есть. Два. Ну, рандомчик, давай. Фараон. Ну, пошли в рейды. Как видите, шансы у всех разные. Хотел бы я себе таких противников иметь. Можно такими героями не париться, бегать. Так, окей, поехали дальше. Атлант. Ведьма. Ну, блин, недостающий будет или нет? Не знаю, какой-то, блин, бредняк. Герой за героем падает один и тот же. Что за фигня? Уже какой аккаунт на сегодня, то же самое. Практически всегда падают одни и те же герои подряд. Просто жесть. Ну что это такое? Штук 7 хоть собрали. 8. 8 за 24К. Просто 6.
Купидон Рино. Рыцарь. Медуза. Блять. Что с этими паладинами делается? Просто какая-то жесть. Ворожай. Вот видите, нам сейчас не хватит одного. Я так где-то прикидываю, одного или двух. Одного. Ну, как обычно, это западло. Окей, сейчас будем добирать. Ну что, ребят, продолжаем. Остался у нас один недостающий здесь. Я надеюсь, мы его выбьем. Ну, хотя это рандомчик. Да, есть. Три антика еще словили. Шесть, посмотрите, что делается. Седна. Просто насыпало. Так, отлично. Забираем это. Короче, как обычно. Так, забрали мы плюшечки. Поехали дальше, заберем с коллекционера. Ну, как видите, собрали еле 15 слизней. Малышник даже не упал. Печалька, в общем. Ну, хоть седну выбили. Так, коробка есть. Смены пусть копит. Это такое, в принципе. Ну, вот сет выживания и 20 осколков огнекрыла у него там было. 67. Уже 87. В принципе, все. Пишите комменты, лайки, репостики, как обычно. Всем удачи, всем пока.